Всем привет, друзья! Сегодня у нас 14 февраля. Для кого-то это день влюбленных, для кого-то это обычный день. И я все-таки больше склоняюсь к тому, что день влюбленных у нас 8 июля, но при этом все равно поздравляю тех, для кого этот день особенный, молодых парочек, семейных людей, в общем, те, кто влюблен. Я тоже влюблена, конечно, в своего мужа, люблю свою семью, родных и близких, но есть любовь, которая не подвластна каким-то человеческим факторам. Это любовь к животным. И сегодня я хотела бы порадовать, если получится, конечно, отыскать у нас наших животных на набережной в Анапе. Я хочу признаться в любви всем животным, потому что это реально любовь на века, на всю жизнь. Она не меняется, она не зависит от того, какой день недели, какое время года. И неспроста я сегодня оказалась на набережной, ведь у нас еще идет климатическая зима, и у меня вот такой вот корм сухой. Я вам честно хочу сказать, что животных надо любить всегда и стараться подкармливать. Быть хорошим человеком — это вовсе не сложно. Вот, например, вот этот корм, я вам скажу, еще и сам по себе не очень дорогой. Просто вы должны понимать, что наши животные нуждаются в нас постоянно. Если нет по каким-то причинам возможности забрать их к себе домой, то мы хотя бы можем подкармливать их по возможности. Я сейчас нахожусь уже возле маяка в Анапе. Здесь кафе «Маячок». И у нас есть влюбленные люди, которые у нас гуляют по набережной. И вот мы замечаем с вами последний кусочек заката. Такая вот у нас облачность. Это высокий берег в Анапе. Здесь у нас набережная. И пойдемте вместе со мной поищем наших животных, которые постоянно обитают на набережной. И вот заодно проверим, вообще живы ли они, потому что, если честно, я давно здесь не была и, признаюсь, не уверена, найдем мы кого-то или нет. Сейчас у нас время вечернее, поэтому время ужина. Я, кстати, да, уже радуюсь, я вижу кошку впереди, поэтому, я думаю, можно начинать кормить. Для вас вот такой вот красивый наш маяк. Честно, по-моему, самый красивый, который я видела вот в Адлере, мне абсолютно не понравился. У нас, посмотрите, очень-очень много людей на набережной. Заехала я сюда по улице Крепостной, и вот уже котейка бежит, я не знаю, голодный он или нет, но можно будет узнать, если, конечно, он не убежит. Куда-то он сразу спрятался. Ага, все, походу, исчез. Кушать будешь? Будешь, да? На, иди, хороший мой. С днем влюбленных тебя, красавчик. Приятного аппетита. А мы пойдем кормить кошечек дальше. Я вот что думаю, что дальше их будет больше. Первое хорошее дело мы сегодня сделали. На обратном пути, если встречу еще кошек, еще подкормлю. Просто я не уверена, насколько их много в этом году. В том году было настолько много, что не всегда хватало еды. Поэтому я буду порционно. Я уверена, что на самом деле добрых и хороших людей и без меня хватает. Но все-таки хочется подчеркнуть, что этот день влюбленных, в том числе и не только к людям. Вот еще один котик вальяжно идет от нашей травы. Ой, главное, чтобы его не задавили. Оп-оп-оп. Да. Так, сейчас будем подзывать наших котов. Кс-кс-кс. Это я зову. Киса. О, вот он. Слушайте, где, не знали? Иди сюда. Давай. Давай, кушай. Так, с днем влюбленных тебя, котик. Так, у нас там ленивый кот. Зашел куда-то в Вино-Кубани. Походу, ему надо было что-то налить. Молочка, например. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай, скорее иди сюда. Время кушать. Иди сюда. Кс-кс-кс. Еще один влюбленный котик. С днем влюбленный. Ну! Друзья, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. На, на. Кс-кс-кс. О, такого я еще не видела. То есть два кота до этого с удовольствием отведали корм, а этот кот, походу, решил сегодня не ужинать. Ну и ладно. Зато я знаю, что ты хотя бы знаешь, что я тебя люблю. С праздником. Вот там вон кучка твоя насыпана. Да? Кс-кс. Пойдем, может, ты не увидел? Киса, иди сюда, иди сюда. Кс-к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 с. Давайте вернемся к месту. На! Кс-к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 с. Ладно. Этого кота покормить у нас не получится. Он, походу, сам себе на уме. Но вы знаете, в прошлом году здесь было гораздо больше кошек, по крайней мере, на вот этом санатории «Маяк», или это у нас пансионат. В любом случае, тут у нас на крыше жил один кот интересный.
Слушайте, где наши коты анапские? Слушайте, вот это да, вот это поворот. Котов нет. Давайте хоть подойдем. Да что? Я ж тебя уже кормить пыталась. Ты решил все-таки, да? Давай попробуем здесь, на. Нет, ты просто не голодный, ладно. Зря я тебя подкармливаю. Может быть, просто уже привык к более элитной еде, я не знаю, потому что тут, может быть, люди разные ходят, подкармливают. Но, во всяком случае, этот кот не хочет есть. Ну, смотрите, люди на набережной есть, а котов нету. Вот он, этот третий кот, который нам встретился, и он вовсе не голодный. Мне вот прям теперь реально стало интересно, где наши анапские коты. То есть обычно там киснешь один раз, и тут 10-15 кошек слетаются, а сегодня вообще никого нет. Аж удивительно. Ну, возможно, дальше еще встретиться, я не буду загадывать. Но посмотрите, кстати, хочу порадоваться. Видимо, о, да будет свет. Зажглись наши красивые парусы, фонарики на набережной. И здесь я вам хочу сказать, что очень чисто. Вот почему я так долго останавливала свой взгляд на этом месте. То есть я сейчас иду вдоль набережной. Обычно здесь мусора валом просто. А здесь мусора сегодня нет. Значит, наверное, убирают. Спасибо МУП за это. Я думаю, что это в их юрисдикции убирать этот участок набережной как частной улицы общественного доступа. Но какая красота. Знаете, я вот раньше скептически относилась к этим фонарям в виде паруса. А сейчас я понимаю, что это очень красиво и интересно смотрится. Даже особенно вот в такое вечернее время. Вот, блин, мне прям аж грустно стало. Представляете, решила покормить котиков, признаться им в своей любви, порадовать их, а их просто нет. О, так, я вижу там кота дальше. Отлично, может быть, все-таки в этой части их будет больше. У нас времени полно. Главное, чтобы я их потом в темноте увидела. Честно, я ожидала, что я намного раньше приду на набережную, но погода очень-очень быстро меняется, солнышко быстро садится. С каждым днем, кстати, все дольше и дольше светлый день держится. Кс-кс-кс-кс. Так, и вот еще коты. Так, посмотрим. Я даже не знаю, куда показывать. Кс-кс-кс-кс-кс. Мы сделаем вот так. Это, походу, очень неголодные коты, однако. Здравствуйте, коты, я вас очень люблю. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кушайте. Нет, не голодные? Походу, они наевшись. Слушайте, если они такую еду не едят, значит, их, походу, очень часто подкармливают. Очень часто подкармливают. Они просто лащатся, ручные. Котики. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Нет, не голодные вообще. Кс-кс-кс. Ну, давайте хоть заодно увидим, что все коты здесь. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Не знаю, давайте аккуратнее, что ли, сделаем. Может быть, я отойду, и они осмелеют. Так, там еще коты. Этот, по-моему, самый няшный. Посмотрите, какая красота. Кушайте. Что-то они не голодные. Какие упитанные здесь коты, однако, хочу сказать. То есть это у меня камера уменьшает. В общем, они увидели, почувствовали, что что-то едой пахнет. Кс-кс. Пушистики, я вас очень люблю, но походу вы не голодные. Вы знаете, вы меня подставляете. Тут захотела доброе дело сделать, а никто... Ой, какой ты красивый! Ой, да ты какой классный! А, у нас там дальше коты, давайте, в общем-то, подождем. Так, у нас там собака что-то в зубах тащит. Я буду очень надеяться, что это не кошка. А, нет, это у нее шерсть такая. Ты со мной идешь, ты мой сладкий. И еще такой пушистенький. На, кс-кс-кс, на. Нет, собака тоже не голодная. Вот это да, друзья. Но зато я знаю, что кошки все-таки еще живы и есть на нашей набережной. Так, кс-кс-кс-кс-кс. Нет, никому не хочется кушать. Ребятушки, ой, ребятушки, давайте кушать все вместе с нами. Кисы, кисы, кисы. Скорей, 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 скорей. Кисы, 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 кисы. Может, вы хотя бы голоднее, ребят. Так, вы знаете, я уже очень много кучек сделала, и что-то никто не ест. Может быть, надо им на место кормежки положить?
ты бежишь. И ты бежишь. Он один кушает, один, походу, из всех один голодный. Остальные вообще не голодные. Интересно, чем их тут таким кормят, что они вообще не голодные. Кстати, можно даже отойти, чтобы вам показать масштаб кошек. Да? Мусечка. Мусечка моя хорошая. Ну, давайте, ребятушки, я вам еще здесь подсыплю. Кисы, кисы, кисы. Я думаю, что когда проголодаетесь, вы это оцените. Я специально в разброс кидаю, чтобы хватило всем. Я не знаю, голодные вы или нет, но походу нет. Я уже поняла, что вас подкармливать бессмысленно. В общем, котики, вас с 14 февраля, с днем всех влюбленных. Я вас обожаю. Для меня нет какой-то определенной даты. Я вас люблю всегда. Будьте здоровыми, главное, живыми. Вон, собака, на! Может, хоть собака будет? На-на-на-на-на! На-на-на, скорей, скорей, скорей! Ту-ту-ту-ту-ту! А, так. Я знаю, что там пылесос. Иди сюда. Иди, мой хороший. Ну, ладно. Это была ложная тревога. У нас еще корма все равно полно. Идем дальше. Так, этого кота мы, по-моему, там видели. Да, он из той кучки. Я уверена, они по запаху все равно поймут, что там где-то лежит еда. Но, вы знаете, я рада, на самом деле, от того, что они отказываются есть, потому что, скорее всего, они не голодные. А это значит, что их подкармливают, так как вы сами видите, они уличные коты. И я уверена, что мир не без добрых людей. То есть все здесь, кто отдыхает в санаториях, каких-то пансионатах поблизости, обязательно их подкармливают. Вот, кстати, как выглядит наша вечерняя новая набережная. Единственный белый кусочек на нашей набережной в Анапе, потому что остальная набережная вы видели такого серого металлического цвета. А это вот прям кусочек типичного юга Краснодарского края с балясинами вот этими белыми, красивыми, конечно. Я их обожаю. Жалко, что у нас не вся такая набережная, но, видимо, в Анапе свой собственный дизайн-код. И поэтому есть такие вот набережные металлические. Кстати, здесь вот открыта фабрика соков. Ну, потому что отдыхающих сюда много, полно, поэтому она и работает. Так, ну, здесь котов я не вижу. Не, ну, вы знаете, я думала, что у меня еще много. На самом деле, не так уж и много осталось. Вот, поэтому я надеюсь, что еще хоть кто-нибудь отыщется среди уличных котов, чтобы можно было еще их докормить. А то корма много еще осталось, а у нас дома кошки нет, поэтому кормить некого будет. Я просто не знаю, выветривается он или нет. Ну, как правило, домашние кошки едят, ну, не больше недели, наверное, такие корма. Потом, наверное, выветриваются и невкусно. У меня дома кошка ест какой-то специальный корм. Она вообще обнаглела в край, не ест простую еду, буржуйскую только ей подавать надо. Так, я там котика вижу. Котики. Так, уже двое на ужин прибежали. Котики. Вы голодные? Нет? Так, там еще спешат двое на подмогу. Эти, наверное, стесняются. Кс-кс-кс-кс. Ну, идите же. Идите, идите, кушайте, кушайте. Кс-кс-кс. Так, ладно. А, знаете, ребят, я поняла, сегодня эта акция, по-моему, очень популярна. Вот, смотрите. И кто-то так же, как и я, их уже покормил. Ну, теперь-то мне все ясно, понятно. То есть у них тут круглогодичная, круглосуточная кормушка. Вот смотрите. Я немножко, видимо, опоздала сегодня с кормежкой. Их уже подкормили. Вот и открыт секрет, раскрыт секрет того, почему коты не голодные. Ну, и хорошо, что их кормят. На самом деле здорово, что их подкармливают. Не, ну там, смотрите... Еще откуда-то коты повылазили. Очень много котов. А у нас уже тем временем вечереет. Уже огонечки почти везде зажглись. Там даже Пионерский проспект стал подсвечиваться. Не знаю, видел ты там кормушку или нет. Видел? Или нет? С днем Валентина тебя! Давай тебя побольше подложу тогда, раз ты походу не видел. Все, этот кот накормлен. Давай, зайка, кушай, поправляйся. Так.
Где-то я еще видела котов. А, вон, впереди. Ура! Может быть, кому-то я и сделаю все-таки хорошее дело. Аж бегом. Иди кушай. Ага. Интеллигентно решил остаться незамеченным и некормленным. Ну, в общем, ладно, ждем Валентина тебя. Пыталась я вас подкормить, но, походу, и здесь они не голодные. Ну что? На, выходи. Нет? Вот это вот тот самый котик. Не, это киса я дала. На, киса. Тут хочет корм весь сразу съесть. Походу, жадность, плохое чувство. Давайте, кушайте, ребят, кушайте, кушайте. Ням-ням-ням-ням. Мучки, иди кушай, на. На. Глупышка. В общем, пока не могу понять, более они испуганные или более они не голодные. А тем временем, посмотрите, у нас уже вечереет. Тут мусор стал появляться. Видите, я только обрадовалась. Ну, видимо, это уже люди начали мусорить повторно. Сколько не убирай, все равно найдутся те люди, которые нарушат чистоту и порядок, к сожалению. Но с ними не знаю, как бороться. Это человеческая ответственность, наверное, и собственное воспитание. В общем, будем желать, чтобы хороших, порядочных, все-таки любящих чистоту людей было с каждым годом все больше и больше. И, возможно, мы со временем придем к цивилизации, к уровню, который будет подтверждать, что мы не свиньи. У нас там вдалеке горит Золотая бухта, надпись. Это у нас Малая бухта. Точнее, здесь высокий берег, пансионат Русь. Вот такая вот бухточка. Так, я вижу там котиков, дойдем до туда и пойдем обратно, потому что, скорее всего, на этой части у нас кормежка закончится. Но тем временем тут уже совсем чуть-чуть осталось, ребят. Так что все-таки что-то мы хорошее сегодня сделали. Может быть, я действительно была не первая, целью это не стояло. На самом деле, я очень рада, что коты сыты. Там кто-то бежит. Кс-кс-кс. Иди сюда, иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. В общем, давайте вы будете крайними сегодня. Нате, киса. С днем влюбленных вас. Пожалуйста, отлакомитесь, покушайте. Я даже отойду подальше. Но я думаю, они видели, что я делала. Они понимают, что это была еда. Один все-таки решил увязаться. Ты хочешь погладиться? Иди поглажу. Нет? Давай поглажу. Давай поглажу моего котика. Поглажу. Погладиться не хочешь? Он сам себя гладит, да? Иди поглажу. На. Ой, хороший, мой хороший сладкий котик. С праздником тебя, киса. Всего тебе самого хорошего. И тебе черненький, и тебе бело-черненький. В общем, на этом моя сегодняшняя кормежка закончилась. В общем, вот такие вот дела, ребят. Если нас будет больше, не только в Анапе, не только на этой набережной, вообще в некоторых развитых странах, скажем так, они не выходят без пакетика корма, потому что они ответственные люди и понимают, что могут встретить где-то уличную кошку или собаку, и они не останутся врасплох, потому что у них есть с собой небольшой корм всегда. Это недорого, ребят, это настолько недорого, это реально кошачья жизнь, ну или жизнь любого животного, она явно стоит намного дороже, она бесценна просто, этих денег, которые вы можете потратить на корм, который не всегда может понадобиться, но он у вас будет, а это значит, что вы в любой момент можете покормить любимое животное. Ну, а с вами была Светлана на такой прекрасной лирической ноте. У меня волосы в рот попали. В общем, я с вами прощаюсь. Еще раз всех с праздником. Ну, а я вам уже желаю всего самого наилучшего, хорошего. И оставайтесь всегда людьми. Какая бы ситуация ни была, нужно оставаться людьми. И если в нас кто-то нуждается, всегда нужно протягивать руку помощи. Пусть даже это и животные. Вообще, я за то, чтобы все больше было законов о защите животных, об ответственности людей за жестокое отношение к животным. Все-таки это наша флора и фауна, наши природные ресурсы, наше богатство, которое нам досталось от наших предков, которое досталось нашим предкам от их предков.
Поэтому нам надо сохранять, приумножать, а ни в коем случае не разрушать или относиться безответственно. И безразличие тоже равно безответственности. Поэтому помогайте. И я думаю, что в сложный для вас момент кто-то обязательно поможет и вам. Всем пока-пока. До новых встреч.